Пожарные из калифорнийского отдела Ломпок были вызваны на пожар. Когда они прибыли на место, домовладелец Эдвард Вантассель стоял перед домом. Он сообщил, что в доме все еще находится его щенок. Рискуя жизнью, экипаж бросился туда, чтобы найти щенка. Они обнаружили, что у него не было шанса убежать самостоятельно. К счастью, щенок был жив, но сразу стало ясно, что его держат не как домашнее животное. Морда и задние лапы собаки были связаны резиновыми лентами. Вернувшись на улицу, пожарные освободили щенка и дали ему воды. Затем его отправили к ветеринару для лечения. Говорят, что щенок, которого зовут Пух, сегодня чувствует себя гораздо лучше. Ведь его поместили в приемную семью, и он ждет свою новую постоянную семью. А пока его жизнь идет своим чередом, история его бывшего владельца развивалась в другом направлении. На этой неделе он был взят под стражу и обвинен в жестоком обращении с животными. Насколько сильно хозяин издевался над Пухом, неясно до конца, но нет сомнений в том, что спасти его жизнь помог тот случайный пожар. Если бы не пожар, возможно, сегодня Пух был бы уже мертв. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.